Thank you.
Hare
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama.
самом деле тут сразу две истории тут. Это обе истории, связанные с Варшаной. И первая история описывается, что когда Шри Мати Радхарани, она жила в доме своих родителей, она была еще маленькой девочкой, они с подружками когда играли, ну, как девочки маленькие играют, они там какой-нибудь суп варят из этих, из листиков там, так, да? Варили суп? А? Ты варила? Нет, я не варила. Я играла с мальчишками в войне. Я была суровой. Вот. И Шри Мати Радхарани, они тоже в копии делали там всякие пирожки из песка, там еще что-то такое. Один раз мимо места, где они играли, проходил Дурвуса Муни, знаменитый Дурвуса Муни, который дает благословение и проклинает. И Дурвуса Муни, ему так понравилось Шри Мати Радхарани, он привлекся ей, и он подошел к ней пообщаться. И Шри Мати Радхарани, она сказала, какая хорошая девочка, и она решила его угостить. Она взяла свой куличик и сказала: «Баба, попробуй пирожок». Дурвуса Муни так улыбнулся, сказал спасибо. Ну, вот знаете, как это, как, когда дети что-то вам дают, не всегда мне так говорит, там ням-ням-ням, и все. Нет, ты попробуй. Шри Мати Радхарани положила ему в рот этот куличик. И то, что... Когда это коснулось языка Дурвуса Муни, он испытал огромное блаженство, это было очень вкусно. И он дал Шри Мати Радхарани благословение, что тот, кто кому ты будешь готовить, он всегда будет здоровый, ему будет всегда сопутствовать удача, он всегда будет самый-самый. И так как Нандаграм, Варшана, близко, это все деревни, и слух об этом, о том, что Шри Мати Радхарани получила такое благословение, дошел до Яшоды. А Яшода, как мы знаем, она только спит и видит, что самое лучшее для Кришны. И все, что лучше, нужно сразу делать для Кришны. И она подумала: вот кто нам нужен, нам нужна Шри Мати Радхарани. И один раз Яшода проходила мимо места, где Радхарани подругами была. Радхарани еще была маленькая девочка. И в Индии там такая традиция, когда объявляется помолвка, и помолвку обычно организуют родители. То есть не как на Западе там сами люди друг друга находят, родители организуют помолвку. И во время помолвки ладони девочки они красятся куркумой. И куркумой не красной, а желтой именно куркумой, вот, которую мы там саджи кладем. И Яшода натерла Радхарани ладошки куркумой, и Радхарани и ушла радостная, что все, как бы место занято. И Радхарани стояла такая растерянная, что она не понимала, что делать. И тут пришла Лолита, и вот как Ачьютан Прабху говорил, что Лолита, она такая, как старшая все время. А? Когда не растеряется. Да, она не растеряется. И Лолита говорит: Радхарани, что это такое? Радхарани говорит: ну вот, все. Закончилась свобода. Да, свобода закончилась, юность закончилась, что делать? Лолита говорит: так что делать? Вон озеро рядом, иди, вымой руки, как бы никто не видел, никто не докажет, ничего не было. И Радхарани подошла к озеру и помыла там свои ладони, смыла всю куркуму. И это озеро, оно приобрело такой желтый оттенок, и это озеро с того момента называется Пилипока. То есть желтое озеро, оно находится рядом с Варшаной. И Благополка намывался, рассказывается. Благополка. Удачливый. Да, такое. И Кришна, он обычно мимо этого места, ну, когда возвращается там с прогулок, с игр, с пастушками, он проходил мимо этого озера, и когда он в этот... Утром проходил, ну, озеро как озеро. Идет вечером, чувствует, что что-то такое, вот какая-то вибрация от озера. И он стал ближе подходить к озеру. И когда он подошел, он коснулся пальчиком ноги воды, и у него мурашки побежали по телу. Он такой говорит: боже мой, что это за озеро? И он начал погружаться. И он ходил по дну, и сверху над водой видно было только павлинье перо. И вот эта вся любовь, эта Рада Бава, она в этот момент, она вошла в воду, и когда Кришна вышел из воды,
Кришна был золотого цвета, и как раз это вот проявление Господа Чайтаньи, да, что это Господь Кришна, который принял Радж Бхаву. И вот это замечательное озеро Пилипокара, оно сейчас находится рядом с Варшаной. Оно до сих пор на самом деле желтоватое, если к ним умываться, видно, такая вода. Вот. Yeah.
श्री अद्वैत गदाधर शिव सति गौर भक्त वृंदा की जय।